«Славься, Чувашия». В республике стартовал песенный марафон, приуроченный к празднованию столетия автономии. Марафон продлится почти месяц до Дня Республики. В нем примут участие все муниципалитеты. Каждый день к акции будут подключаться разные районы и города. Открыл марафон Красночитайский район. На портале органов власти постепенно выкладываются видеоролики. В них официальная символика, достопримечательности, достижения каждого района. Сегодня на карте появилось видео Шумерлинского района и его центра. Завершат марафон Чебоксары, его итогом станет совместное исполнение гимна Чувашии.